собирался я в поход, но нынче, кажется, пора. Жизнь, что текла за годом год, сегодня черная дыра. И даже в никуда. Пора сказать: остановись. Уверенный? Нажмите «да». Нажать своей рукой на клавишу, не на курок, как мастер обрести покой. А нет, получишь новый срок. За что? Неважно. Ни за что. За то, что не ушел в поход, остановился. И итог: попал, как лузер, под комод. А просто где-то наверху, там, как и здесь, живут. И вот, чем слушать нашу чепуху, затеять ангели ремонт решили, и пошла байда. Кому комод, кому страда. Кому любовь, кому почет, уж тут кому как повезет. Так что, товарищи свиньи, смотри себя, не обмани. Не все, что свыше от богов, тебе во благо дум и слов. Поворот, который хрен чего несет, прозрение рифм, свершение тьма. Все суета и кутерьма, жизнь наша все равно тюрьма. А в ней, как и в любой тюрьме, все обустройство не по мне. И потому пора поход. Побегом кто-то назовет. Ну да, поскольку из тюрьмы. Так у нас настроены умы. Ну кто кому назначил срок? Кто нас лишил свободы смог? Никто не смог и не лишал. Никто нам в спину не дышал, не выворачивал мозги, не накручивал долги. Никто на дыбе не ломал. Все наше горе от ума. Все наше горе от ума.
избытка или нет. Совсем не важно, если бред. По обе стороны ума, и безысходен он весьма. И потому пора в поход, а там кто как себя найдет. Или нет. И потому